Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, очень много подписчиков, как всегда, отличное настроение, сегодня мы будем играть в Гаррис Мод, карта у нас город, давно не было пряток, карта очень интересная, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать, пацаны, разбегайтесь в разные стороны, даю вам 30 секунд, пока я буду что-то говорить, если вам понравится этот ролик, конечно же, поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал, я буду вам очень благодарен. Так, карта, я не знаю, даже начнем, наверное, отсюда, карта запутанная. В дома можно заходить, можно всякие полочки садиться, у них еще маленькие скины. Поэтому будет прикольно. Я не знаю почему, но мне этот бой не очень нравится. Но он на расстоянии бьет. Давайте не будем брать, потому что вдруг я двоих сразу убью. А кого-то я не увижу. О, отлично, мне нравится. Я всегда за него люблю играть. Можно стать невидимым, просто ходить и мочить всех. Так, пацаны, ну что ж. Я буду начинать. Так, кого-то вроде слышал. Сейчас, пацаны, я уверен, что тут в этом доме кто-то сидит. О, у нас уже семеро, кто-то заходит. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Так, мне кажется, кто-то здесь сидит. Не, не сидит. Или сидит. Чпонькс. Чё, не могу сюда пролезть? Вот жирная морда. Отлично. Смотрим. Вот здесь кто-то есть. Нету. Вот. Вот тут по-любому кто-то сидит. Тоже нету. Так. В магазине кто-то сидит, по-любасу. Надо так вот и найти, потому что одному тяжеловато искать. А пацаны заныкали сильно. Хотя у нас немало человек. Вот жирный кабан. Он через эти полы не проходит, я заметил. Вот тут кто-то сидит. Я тоже бы тут заныкался. Так, 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 внимательно смотрим. Никого. Подожди, подожди. Че, никого нету, что ли, здесь? Очень странно. Хотя нычка топовая. Блин, прикольно, когда я бываю потом смотрю на монтаже, и пацаны сидят, а я их не видел. Всегда, когда записываешь, не так себя чувствуешь, когда в расслабленном состоянии играешь. Так, в этом доме никого нет. Вот чувствую, что сейчас уже кого-то найду. Вот здесь вот. Во-во-во-во-во, приближаемся. Вот здесь кто-то сидит. Вы, пацаны, хоть на карте? Чё, никого не вижу? Так, странно. Запутался уже. Здесь закрыто. Так, хоть кого-то найти надо. А кто тут невидимый бегает? Так же ж нечестно. А куда он побежал? Ищи со мной теперь, скромник. Так, пацаны, невидимость нечестно использовать. Хэштег читер. Нельзя так делать, пацаны. Потому что я буду мочить в два раза сильнее, чем обычно. Мне кажется, тут я что-то пропустил. Нет, все-таки тут никого нету. Сюда можно зайти? Я арбузы могу лупашить. О, арбузиков покушаем. Так, давай теперь вместе искать. Все-таки надеемся, вдвоем будет легче намного. Вот тут кто-то сидит. Вот не знаю почему, я бы тут саныкался бы. Блин, классная нычка, просто отличнейшая. Так, я прям чувствую власть какую-то, я же аниматроник. Чего вы все попрятались жестко так? Вот здесь я был? Опа, я слышу выстрелы. Так, не надо подсказывать, я хочу сам найти. Так нечестно. Привет. Здорово, здорово. О, тут в машине кто-то сидит. Так, так, так. Мне показалось, кто-то был там. О, я знаю, что всегда вроде не нахожу, а потом всех резко. Так, так, так. Как бы я бы запрятался, был бы я собачатиной. Где-то здесь. Так, яблочки вкусные. Да, карта запутана, как я и сказал. Все четенько, все сходится. Так, я что, зашел с другой стороны? О, здорово! Иди сюда! Вот, блин, убежала. Вижу, 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 вижу. Так, 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 бежи. Давайте последим за ним. Скачет, скачет, скачет. Так, все. А, он побежал. Вот, блин, потерял его из виду. Так, а где ты, собакакчин? Так, так, так. Не вижу его. Где же он ходит? Так, так, так. Ха-ха-ха! Он меня спалил. А мне нравится поиздеваться над ним. Так, скачет, скачет. Я ж могу тпхаться, ты ж не забывай.
А, уже с другой стороны. Мочи его, марионетка, давай. Я фас, взять его. Все. Ты что думал, у нас, ты знаешь, какая банда? Нас никто никогда не может замочить. Так, пацаны, я понимаю, нас уже четверо или трое? Получается, еще точно двоих искать надо. Погнали. Трое, да? А, 3 на 3, пацаны, давайте. ПВП. Прикольная карта. Офигенная просто. Следующая, ребята, рубрика будет «Аниматроники пугают охранника», а в комментариях вы напишите, какую карту нам записать. Какая больше будет всех написана, такая карта и будет на записи. Даже, кстати, есть Sister Location, так что пишите. Будем делать контент под вас. Я бы тут запрятался, никого нету почему-то. Здесь. О, я ж могу двери хавать, если дверь будет открываться. Хаваем предметы все в хате. Новые. О, табуретки пошли в ход. Стекла. Убийца стекол пришел. Отлично. Так, еще никого не нашли, что ли? Так, тут где-то еще есть такие дома, которые... Я когда на В пролетал, я их видел, эти места. Сейчас не могу найти. Так что придется все свои напрячь извилины. Стекла. Бьем. Так, кто там шипит? Это я. Ты ж смотри, меня не убей. Так, пацаны, давайте объединяться. У нас теперь трое. Так, где мы еще не были? Вот тут давайте пройдемся, внимательно позаглядываем во дворы. Так, эту хавать штуку нельзя, я бы ее съел бы с удовольствием. Так, а я пролечу, может все-таки кто-то... Ой, туда нельзя, сразу жопой бьюсь. Норм, понял. Может тут в кабине кто-то сидит? Тут тоже, наверное, да, не... А, можно тут сидеть, прикольно. Так, пацаны, не понял. А что ж такое, карта провалится? Так, я кого-то видел здесь. Видел, вижу, вижу кого-то. Так, максимальная маскировка включена. Так. Пацаны, взял след собаки. И, а, не, потерял, потерял. Так, давайте по следам идти. Где-то он здесь, побежал сюда. Плюш-трап пошел за ним, окружаем. Ты думаешь, он тут где-то? Ой-ой-ой, взрыв был. Так, меня не кушать, я свой. Куда еще можно побежать? Ну сюда мог он побежать. Направо. А, нет, сюда он прибежал, сюда. Так, бежал, бежал, бежал. И под грузовик залез. Нету. Ай, не ешь меня, я свой. А, это ящик мне лупанул. Убийца ящиков пришел. Так, собака. Ты где? Ай, скромник, ну что ж ты такой злой? Так, ребята, давайте мы, знаете, кого возьмем? Мы возьмем маленького. Они маленькие, и мы тоже будем. Так, наверное, будет лучше мне видно с поднизу. А давайте сделаем оригинальный третий вид. Во, так будет поярче вообще, крат. Круто. А, вижу, вижу собаку. Мочи ее. Меня только не мочи. Я сдалека буду наблюдать. Так, вот он, вот он, вот он. Ах ты жлоб, иди сюда. Извини, обстоятельства. Мочи его. Он побежал в здание. Нет, вот он. Ты чё, жлоб? А, вот так, да, ты, значит, со мной хочешь разговаривать? Хорошо. Ага. Так, пацаны, где эта собачачина? Я не вижу, бегает по всей карте. Видите его? Не видите, да? Вот сюда он побежал, я видел, пацаны. Так, он где-то здесь, он где-то здесь. Так, вот это, мне кажется, бомба тебе должна помочь. Две штуки. Три. Четыре. Так, бомба... А, все, три штуки могу, да, только поставить? Ладно, давайте тогда одну поставим. Вот эту. Смотрим. Ну что, ребята, мега взрыв. Всех нашли? Это было очень сильно. Мне кажется, эта бомба не взорвалась. А почему эти бомбы не взорвались? Бум, вот это жесть. Вот это мега взрыв. Ну, горизонт не вылетел, работает все. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и все, пока.